различные посланники устраивались торжественные приемы. И здесь вот мы видим знак стола, посмотрите, какие вот своеобразные украшения, то есть у которых также выделены фигурки в столице, где украшения на столах сделаны из бронзы с использованием зеркал. То есть представляете, зажечь свечи, положить здесь фрукты, какие-то сладости, да, вот. Материал для